Андрей Андреевич давал мантры для выведения негативной энергии из чакр, после этого дал другие мантры выведения, и здесь нестыковка. Я хочу вам сказать, дело в том, что наша школа имеет такое большое количество идей, а также такое большое количество практик. Я вам могу показать, допустим, существует система УСИН, это лечение по 5 органам, но существует лечение органов по системе УСИН, где есть 6 органов и 6 типов человека. Существует по 12 типам человека, существует по знакам зодиака, существует система лечения по железам внутренней секреции и так далее. Это все сложные системы лечения, которые могут помочь другому человеку выздороветь. Но это все системы, которым необходимо обучать. Когда я начал открывать свою школу, то я пытался в самом начале ее организации, от первой до четвертой ступени, давать те эзотерические практики, которые были бы вводными для человека, который начинает прикасаться к тому, что я называю таким словом, как эзотерика или магия. Естественно, у многих были уже за плечами знания, семинары, кто-то смотрел, еще что-то. И это все не стыковалось там или как-то неправильно в голове складывалось. Тем не менее, я всегда говорил о том, что эзотерика, она не простая наука, не настолько простая, как вообще люди ее пытаются показать. Естественно, я сейчас говорю о том, что это сложная наука, которую необходимо изучать. Есть свои законы в этой системе, именно поэтому у нас школа, она не трехступенчатая, а 7 ступеней и целый ряд, там около 20 или 30 всевозможных идиоматических семинаров. Конечно же, еще за 10 лет или 15 лет моей работы выпустится еще 100 семинаров всевозможных, так как задачи у эзотериков возрастают, идеи возникают, эзотерика и время меняет все, именно поэтому все изменяется.